Здравствуйте! Сегодня я вам предлагаю приготовить печенье со злаками. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Мука 160 грамм, крахмал 90 грамм, разрыхлитель 1/2 чайной ложки, кунжут 20 грамм, лен 30 грамм, семена подсолнечника 50 грамм, соль 2 чайных ложки, сахар 1/2 столовой ложки, растительное масло 75 грамм и вода 75 грамм. Муку просеиваем вместе с крахмалом. Добавляем разрыхлитель. Добавляем соль, сахар и все семечки: кунжут, лен и семена подсолнечника. Вливаем масло и воду. И хорошо вымешиваем тесто. Тесто должно быть эластичным. Тесто можно разделить на две половины. В одну половину можно добавить паприку, а вторую можно оставить такой же. Тесто раскатываем довольно тонко. И нарезаем на квадраты. Выпекаем на пергаменте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Также поступаем и с оставшейся частью теста. Печенье готово. Приятного вам аппетита! Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, ставим лайк. Не забываем подписываться. И до новых встреч. Всех вам благ!